Друзья, всем огромный привет с солнечного Крита. Свершилось чудо очередное. У нас пустой отель, и мы с Эльвирой едем на рыбалку. На рыбалку, на отдых с ночевкой. Кровать я уже подготовил. Во. Королевская. Шикарная двуспальная кровать. Запас воды уже есть, думаю, хватит. Тем более мы едем на пресный водоем, там водичка есть. И, кстати, на рыбалку едем на карпа или на сазана, как вам угодно. Это одно и то же. Сейчас осталось собрать остальные вещи, снасти, и стартуем. Мурзя прям беспокоится. Мурзя хочет тоже на рыбалку, но боится в машине ехать. Он Бусю пока еще боится. Да, Мурзя? Поехали на рыбалку, кабан. А? Поедешь? Я тебе там рыбку поймаю. Друзья мои, знаете, как это называется? Дословно это называется «Здравствуй, жопа, Новый год». Вы видите, что творится? Машина уже почти упакована. Мы уже собирались выезжать. Припустил дождик. Хотя, по прогнозу, дождя нет. Будем надеяться, что он сейчас перестанет, и мы все-таки поедем. Вообще, дождь в дорогу – это хорошо. Да, Эльвира Хайдаровна? Да, Игорь Викторович, вот думаю, не пойти ли мне переодеться. Холодает? Холодает. А я думаю, что Мурзик мявкает ходит, а он на дождь мявкал. Он говорит, куда вы едете? Да, куда вы собрались, придурки? Сидели бы дома. Мурзя нашел себе место уже. Гнездо свил уже, да, Мурзя? Мурзя, тебе удобно? Да? Ну сиди, ладно. Рядовой Мурзенко на охрану Мавика заступил. Мурзя, тебе удобно? Ты не помещаешься, ты в курсе? Дождь покапал и прошел, солнце в целом свете. Это очень хорошо и большим, и детям. Продолжаем наши сборы. Вернее, уже заканчиваем, уже почти все собрал. Сейчас будем чухать. Если что, мы едем не выживать, мы едем отдыхать с комфортом. Поэтому вещей так много. Если есть большая машина, то почему не взять вещи? Что, по коням? По коням. С трассы свернули, поворот был на Амаре. И, кстати, этот маршрут можно использовать не только для рыбалки, а и как экскурсию. Сейчас мы свернули, сейчас тут будет красивая деревня у нас. Я давно тут не был уже. Красивая деревня будет по пути из камня сложена. Там раньше была, по-моему, старая маслобойка, да, Эльвир? Да, да, да. Что там какое-то, да, красивое такое, постройки какие-то каменные. Вот, потом будет еще красивый вид такой, смотровая площадка, мы там тоже остановимся. В общем, поездка стоящая. И если дальше ехать за это водохранилище, на которое мы едем ловить, там еще есть ущелье Святого Антония, церковь Святого Антония под скалой. Рядом там таверна Дремос, очень довольно неплохая. Вот, это все места стоящие, которые стоит посетить. Очень интересно. Поэтому рекомендую. Не только на рыбалку. We'll be right back.
работа на то местечко, где мы всегда останавливались, когда я возил экскурсии. Я как дежавю сейчас. Очень красивое место и рекомендую поостановиться здесь, подышать воздухом, пофоткаться. Классно здесь. Эти поля сейчас распахали и засеяли уже, наверное. Это все будет зимой зеленым. Вырастет трава, это пастбище для коз, для овец. И будет такой зеленый ковер. Ну а нам осталось совсем чуть-чуть, буквально 10 минут. Вот она уже, водохранилище, уже его видно. Сейчас здесь немножко по серпантину, там еще мост красивый будет, тоже старинный, из камня сложенный, такой арочный, очень красивый. Вот. Тоже остановимся, наверное, да, покажу? Да, конечно. Вот. И потом уже там, и мы на месте. А еще, когда мы тут останавливались, я всегда показывал туристам, как оригано растет, ну, орегано. Просто вот так вот возле дороги. Ну, вот это орегано, вот. Жаль, что камера не передает запахи. Я бы дал вам понюхать. Вот это вот тоже, вот. Вот видите, вот это тоже орегано. Ну что, едем? Поехали. Едем дальше. Да. Вот сейчас как раз выезжаем на этот мост, про который я говорил, каменный. Тут реверсивное движение, только в одну сторону. Две машины тут не помещаются. Сейчас тормознемся, покажем вам мост. Мост действительно красивый, заслуживает внимания. Вот такая красота, смотрите. Какой он высоты. Огроменный. Представляете, да, сколько работы? И шикарная долина. Красивенная. Что, Эльвира Хайдаровна, под дождь попадем? Впечатляет? Под дождь попадем или нет? Кстати, есть крепость, на которой мы ни разу не были. И вот от этой церквушки, Эльвир,
есть дорога, если у тебя будет желание, пока я буду рыбу ловить, можешь прогуляться. Я по-любому туда пойду. Да? Конечно. Ну вот, будете уже чем заняться. А мы сейчас уже, если там не перекопали, потому что раньше там было перекопано, и сложно было проехать, но я взял лопату. Так что мы обратно можем закопать. С тех пор, как мы тут были. Сейчас будем копать, Эльвира. Могу копать, могу не копать. Мы там не проедем? Сейчас я посмотрю, все, подожди. Сейчас я выйду, все проверю, посмотрю, как там лучше туда пробраться. Нашего бузе легкотня. Надо опять в обратную сторону развернуться. Ну красота же. Добрались. Так, с чего начнем? Поскольку за рыбалкой я уже достаточно сильно соскучился, то я тут же схватился за свое любимое релаксовое кресло и удочки. Но потом до меня дошло, что если я начну рыбачить, то не будет сегодня ни очага, ни обеда. Положа руку на сердце, надо сказать, что есть уже хотелось достаточно сильно, поскольку аппетит мы уже нагуляли. Бросив снасти, я принялся заниматься организацией нашего походного семейного очага. Пришло время собирать камни. Очаг оборудован, костер горит, и я решил, что имею полное право забросить удочки. Ну что, рыбак, процесс идет? Пока промеряю глубину, сейчас промеряю, потом насажу наживочку. Вообще здесь карп ловится на кукурузу. Все так привыкли, это уже проверенный метод. Но я сегодня накопал червей в палисаднике и хочу попробовать на червя, потому что на червя он по-любому должен клевать, а может даже лучше. Просто никто не пробовал еще. Все приезжают с кукурузой. Вот такая обычная кукуруза бандюри. Берет капитально. Так. Ну а мы с червячком.
Викторович. О! Так в сухомятку, надо было лучше пивка. Ну ладно. Ваше здоровье. И ваше тоже. Рыбачка Соня, ё-моё. 100 лет уже не рыбачила. Чуть меня не зацепило. Ну, по жопе ударило. Картоха готова уже, по-моему. Ну что, у нас первый улов, первая рыба. Кто там? А ну, высмыкивай. О, малыш, совсем малыш. Ну что, отпускаем? Ну, не знаю. В принципе, съедобный. Ну, маленький. Ну, маленький, ну отпускай. Отпускаем его. Просто первого не хотелось отпускать. А вообще, первых нельзя его отпускать. Да выпускай, выпускай. Поймаем. Поймаем. Иди сюда. О-о-о-о. Дурной же, я ж тебя на волю отпускаю. Что ж ты такой? Вон себе подрал всю. Ничего страшного, заживет до свадьбы. Ну все, всем привет. Иди. Куда тебя отпустить? Да куда уйдет, откуда-нибудь. Погнал. Мамку, бабку давай зови. Да. Расти побольше, потом приходи. Ну что, первая есть? Да. Адреналин поймала? Да. Но первая, которая ушел, это вообще что-то. Был кабан, конечно. Только кабан был. Удочка же в 2 раза согнулась. Там бы я не отпустила. Первые 2 поклевки, что у меня, что у Эльвиры. У меня тоже леску оборвало, я далеко был, слышу, леска пошла. Пока подбежал, подсек, рывок такой и все, я даже не знаю, кто там был. Короче, сегодня преподает Эльвира Хайдаровна. О! Этот уже подматывай, подматывай. Чего ты не подматываешь? Мама, я запуталась. У меня же рука устала. Вот такой красавчик. Это уже съедобный. Это уже пойдет на жаркое. У меня же рука что-то. Сазанчик. Не крупный, средненький. 200 грамм. Но нормальный. Зачет. Эльвира Хайдаровна, браво. У меня сердце аж колотится. Первый крупнее был, да? Да, первый еще крупнее был. Хороший, хороший. Потом маленький, и это сейчас средненький. Эльвира снова с уловом. В этот раз золотая рыбка. Загадываем желание. Ты загадала? Все 3? А у меня все одно. Одно. Здоровье, мир. Одно, говорит, слышишь? Здоровье. 3 желания. Это уже 2. Здоровье, мир и путешествия. Все, выпускай.
прям аж под глаз прям ей. Вот такая вот. Ну, плыви. Давай, очухивайся. Берегу гребет. Ну куда ж ты гребешь? Направь ее на путь истины. Давай брось ее подальше. Вот так. Все, он поплыла. Погнала. Ну что, удовольствие получила? Да. Давненько ты не рыбачила. О, уже с времен Бали. Сейчас мы салатика. В итоге у тебя один сорвался крупный, да? Один самый крупный. Один крупный сорвался. Одного хорошего ты поймала. И четыре отпустила. И четверых отпустила. Хорошая рыбалка. Я, кстати, тоже одного поймал, такого же, как Эльвира, просто на камеру не мог снимать. Кто-то должен снимать, кто-то ловить. Да. Мусор за собой убирайте. Когда приезжаешь, чистенькое. Ну да, мы... Всегда приятно. Мы уберем и за собой, еще и за чужими поубираем, да. Потому что вот кучу мусора вывезем тоже. Все, порядок. Ждем посету. С вашей рыбалкой пассету пересушили нафиг. Коржики сейчас будем есть, а не пассету. Вместо и коржики. Новый рецепт. Ё-моё. Смотри. Ну да. Высохло все. Потому что невозможно и ловить рыбу, и снимать, и ремонтировать удочку оборванную. Еще и бегать и Эльвиру снимать. И посету жарить. Короче, трындец. Ну ничего. Нормально. Мы не такое ели в нашей жизни. Это точно. Ничего. На ужин, если будет желание, можно будет рыбки пожарить. Угу. Если не будет желания, рыбку на завтра оставим. И главное, что отдых удался. Вот это самое главное. Угу. Тишина. Природа, красотень. Просто супер. О, картофанчик. Вот так вот. У нас теперь походная кастрюля будет, она побитая уже. И не жалко. А туристы оставили? Да. Как раз для похода то, что надо. Пропадает. Так, ну все, где твоя тарелка? Вот это? Под низом. А, там еще есть? Ну да. Семен Семенович. А на вечер у нас вот такой сюрприз. Ой. Кстати, пятизвездочного не было. Разгребли. Нету. Так. Мало места себе. Ложечка. Ну да, отодвинь тогда себе, чтобы тебе это. Угощайся. Спасибо. Это подкидываю сюда. Так вот. О, это мне. Козырный. Что я забыла взять бальзамик. Да ничего страшного. Это не самое главное. О, почистила уже. Вот да. Это сервис. Спасибо. Давай мне еще. Чищу. Так. Салатик у тебя есть? Угу. Кассетка у тебя есть? Ну, все. Можно начинать. А рыбка прыгает. Причем прыгают. Видела, хорошо. Да? Да. Прыгают не крупные, а прыгают такие меленькие. Меленькие, вот, как ты ловила, вот которые такие. Ловятся. Да, да. Вот это мелочевка. Ну, это ж молодые дурные, понимаешь? Энергия бьет ключом. У тебя венцо, да? Нет, венцо. Может, коньячку? Нет. Не готово еще?
Ну, если что, скажешь. Ну что, приятного аппетита. Приятного. Хорошие чипсы. Мясные. Мясные чипсы. Да. Ну что, давай. Для наш первый выезд. Давай. За тренировку. Да. У нас же это тренировка перед большим путешествием. Попробуем сегодня ночевать в бусе. Посмотрим, как оно, чего. Чего нам не хватает. В общем, все нюансы, все будем учитывать. Да. За отдых. Ваше здоровье тоже. Что там? Сейчас посмотрим. Я думаю, что мелочевка. Маленький. Ну, на червячка. Ага. На червя взял. Ну, видишь, торчит у него с пасти. Ну, покажи, открой рот. Угу. Значит, червяк работает все-таки. Мерзавца мы, конечно, отпустим. Он еще не дорос. Иди. Куда ты идешь? Вот видишь то, что я говорил, смотри. Как будто камень, видишь? Вот белая. Ага. Кажется, что камень. Иу. Это глина. О, видишь, какая глина. Вот это, эту глину собирают, просеивают, перебивают через сито. И потом с нее делают керамику. Вот она. Самая настоящая глина. Сейчас смотри, на червя здесь взял сразу. Я только забросил. За стол не успел сесть, и он сразу клюнул. Все. Если не сейчас умыть, то программа, мама смыть из лачеса 5000 ес. Есть? Да. О, вот это уже серьезно. О. Иди сюда, кабася, иди. Иди к папе.
Сошел? Все, ханы, бабай. Блин. Обидно. У берега сошел уже, ну. Ты видела? Я видела, что, да, что кабай сошел. Причем, по-моему, на хлеб зацепился. Или сидит, или съела. Сидит. Сидит, сидит, сидит. Давай, тащи. Да ладно. О. Лишь бы только не... Лишь бы, лишь бы. Может, по кустам еще? Ходит в кусты, в воде, в коряге. Ушел. Ушел? А, нет. Или ушел. 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 Да что ж такое? Потому что в коряге идет. Хотя ну как взрослый. Зараза. Тихо. На червя. На червя? На червя. Клевала на вечерней зорьке очень неплохо. Но все мелочь, которую мы решили отпускать. Потому что знали, что крупная рыба здесь есть, и мы ее ловили. Но вместе с уходящим солнышком таяли и наши надежды на то, что мы ее сегодня поймаем. Ну так и прошел наш день. Сейчас сидим возле костерка. Время сколько, Эльвир? 8 часов. Еще только 8 часов. 8.02. Спать совершенно не хочется. Делать совершенно нечего. Телевизора здесь нет. Ну, у нас интернет есть. Интернет есть, да. Надо же новости какие. Телеграм, да, без телеграма никак сейчас. Красота. Как я давно об этом мечтал. И это только начало. Главное, что комаров нет. Что самое интересное, да, действительно. Нет комаров. Я думал, мы забыли от комаров вот это что намазываться. Я думал, нас сожрут сегодня. Вообще нет. Вечерком были, когда начало вечереть, солнце начало садиться и были комары. Сейчас нету вообще. Так что все прекрасно. Можно даже 20 капель накатить. Потому как делать все равно нечего. В качестве снотворного. Чтоб лучше спалось. Ой. Соседи наши уехали. Они, видимо, приехали, постирались, отдохнули. Собачек выгуляли. И погнали дальше. Не было у них планов рыбку ловить. Ну, за рыбалку. Сегодня рыбалка была, как сказать, адреналинистая. Клевала постоянно, особенно ближе к вечеру. Клев был вообще капитальный. Ну, мелочевка. Ну, как мелочевка? С ладошку. Вы видели, которых мы отпускали. Вот все вот такие вот. Вот как мы отпускали. В принципе, на жареху они неплохие. Но жалко их, елки-палки. Это ж... Сколько им? Ну, один год, наверное, этим сазанчикам. Жалко. Вот. Хотелось что-то такое более крупное поймать. Хотя бы как вот этих вот, которых мы два словили. В общем, посмотрим. Завтра, если с утра будет такая же фигня продолжаться, будем брать всех подряд. Наловим на жареху, наловим на засушку, а уже остальных будем выпускать. План должны выполнить. Ямас.
чаечком запить сейчас. Просто прелесть. Термос этот отличный. Да. Термос с металлической колбой. То у нас было со стеклянной. Я его как раз здесь и разбил. Здесь мы были, я рукой зацепил его, он упал, и все, и кирдык ему. А этот падай, не падай, не течет, держит температуру хорошо. Ну, сутки кипяток держится. Капитально вообще. Какой кайф. Твое время уже? Не мое время, но днем-то весь день отдыхала. Встала рано. Ну что же ты рано встал? Ну да, и ты встала рано. Относительно. Я не знаю, еще не буду спать. Как? Думаю. Я от этого не сплю хорошо. Плохо. Я охраняю вещи. А, тогда охраняю. Да, мало ли. Ну, не знаю, я внутренняя привычка такая. Я должен быть быстрее. Я должен охранять себя, тебя, имущество.